чего так пугаешь? Что такое? Ну пошли, пошли, тебе точно понравится. Да ты лучше на мои новые очки посмотри. Ну какие же они клевые. Да потом я посмотрю на твои очки, бежим скорее. Хлопчик, ну что здесь такого? Открывай шкаф. Хэппик, ну что это такое? Что-что? Конфеты? Разве ты не видишь? Зачем нам столько много конфет? Хватит говорить! Открывай! Кушать будем! Кушать? Это? Так у нас ведь животы заболят! Слушай, Хэппик, у меня есть получше идея! Так, мне нужен костюм повара! Смотри, Хэппик, какой красивый! Так, тесто Плей-До. Плей-До? Ты чего задумал? Нам нужна формочка и стаканчики, вкусные стаканчики. Так, все готово. Мы начинаем готовить мороженое. Друзья, пишите, какое мороженое любите вы. Мороженое из Плей-До? Да, куда катится молодежь? Итак, у меня есть два стаканчика. Хэппик, с какого начнем? Давай с голубого. Так, а какой же вкус выбрать? Может, клубнику с бананом? Да, да, это мой любимый вкус. Ну вот, готово. А сейчас мы его украсим конфетками. Ну, Хэппик, красиво? Красиво, красиво. Жалко, что его кушать нельзя. Так, сейчас я свое любимое мороженое приготовлю. Я хочу шоколадное молочное. Ням-нямка. Ну что, Хэппи, предлагай еще вкусы. А давай закрытыми глазами. Точно, давай. Так, это, наверное, персиковый будет. Так, мне нужен еще один цвет. О, черный. Хэппи, давай еще голубого добавим. Ого, какое мороженое получилось! А давай придумаем название! Давай! Друзья, помогите нам придумать название этому мороженому! Небо голубое! Грязная картошка! Нет, Хэппик, какой это бред! Что-то я устал, Рома! Хэппик, у нас только еще одна формочка осталась! А давай остальное тесто в виде пирамиды! Погнали! Ну, Хэппик, ты фантазер! Вот это мороженка, так мороженка! Пошли-ка, Рома, в настоящий магазин! Что-то мне захотелось настоящего мороженого! Ну пошли, друзья, всем пока!